Так, стоп, почему FPS просел очень сильно? Что за приколы? Только Валера лаги. Обида. Плей качество лучше и все плавнее, чем на трола. ВК может оказывается. Это тоже радует. Да. Трол уже вторую неделю лагает. Угу. Ну ясно. Ясно, ну тогда ничего не поделать. Тогда есть замена на ВК-плей. А, спасибо. Здорово. Валерий, чатику. Ку. Отличный выстрел. Здорово, здорово. Блин, ну я не понимаю, почему трова лагает этот. Это противная трова. Ютуб не лагает, ВКП не лагает, трова лагает. Брат, я еще раз говорю, что это не ренегат, рене, так танк 8 уровня, а то, что я хочу, это танк 10 уровня. Так ты хочешь Йоха? Разве нет? И куда я заехал? Ну нормально. В итоге он просто не пробил. Е4, пилить, пожалуйста, помоги. Нет, нет, нет. Ух. Ну, еще живем, короче. Все, давай, ты с одной стороны, я с другой. Ну, тогда я не знаю, почему здесь лаги на трово. У меня просто нет идей вообще никаких. Ёлка была? Да, была. Где-то 4 боя назад. Thank you.
Это было хорошо. Ой, блин. Да-да-да, ты выиграл этот опрос. Владимир, ну ты закинул уже косарь, поэтому мы прямо сейчас поедем на Йохи. Блин, как же я, походу, ошибся. Ой, повезло. Короче, я на трово вообще 5000 битрейта поставил. Можете обновлять. Это что сейчас было? Ой-ой-ой-ой-ой. Так. По поводу трова. Смотрите, только что сбросил стату. Пропуск кадров 0. Это плохо. Бой, кстати, хороший получился. 8500. Вообще бомбезный бой. С мыслями про лаги на протяжении всего боя. Это норм. Это четко. Так, ладно, дальше. 705 я готов.